Самым обсуждаемым заболеванием 2020 года стал коронавирус. Но не только этот вирус может принести страдания человеку и вред здоровью. Грипп. Всем нам с детства он знаком, во многом из-за прививок. Вы помните, как будучи маленькими, вы боялись заходить в кабинет к врачу, чтобы поставить ее, а взрослые говорили, что это необходимо. Лишь столкнувшись с гриппом, человек вне зависимости от возраста начинает понимать, что не страшно ставить прививку, страшно заболеть этим заболеванием в результате незащищенности от него. Почему тогда к одной защите мы относимся как к данности, а другую воспринимаем с легкой усмешкой? Прививка не сможет дать 100% гарантии того, что ты не заболеешь, как и шапка того, что ты не замерзнешь. Но их наличие значительно снизит риски. Задумайся. Я за прививки. Лучше 1% защиты, чем 100% незащищенности. Берегите свое здоровье.